метров 100 от меня прошел зайчик, но далековато. Единичка заражена, и вот тик. Его уже 2,5 часа, уже еле-еле идет. Пшнем, тик держится от него. И заставили зайчика покинуть лес. Как там? 2 подъема было дано. С Розой. Аня ведь одного, а Дик нашел где-то и сам себе. И они даже не встретились. Вот, друзья, первый лес канал. Красавчики. Идет. Пошел вдоль деревни. Друзья, мой друг произвел 2 выстрела. Но дикий что, до выстрела заяц держится 300 метров еще. Но не знаю, добыл ли он, не добыл. Друзья, пошел, Дик, пошел. Где силы взялись? Где-то лежал. Все-таки он его настиг. Друзья. Тора. 3 минуты заяц. Залик в стекло. Видел зайчика. Бляха. 4-й час молотит. 3:30 уже. Вечер. Посмотрим, друзья, хоть послушаю последний день. Тут распутали. Молодцы. Душа поет. 6 человек на охоте вообще видели. Никто не стрельнул ни разу. Тик первый, Тора сзади. Заяц катит по верхе. Вырубка. Вырубку заводит. Я не... Должно быть вам слышно. Будем ждать, друзья. Стою. Стою в лесу. Там лес не сильно густой. Но если что, можно и попустить. Ну, хоть последний день. Послушаем, как работают ганцы. Далековато. Уже больше за 300 метров. Но будем ждать. Зайчик молодец, мастеровитый. Шарпак, друзья. Но бегут, бегут. Наверное, уже посрезвались. След видел. Кривавят собаки на все 4 ножки. Но дают. Молодцы. Но будут уже 9 месяцев будут отдыхать. Видите, как? Наст. Друзья, может, закрутить буду.